Полицейские нашли и привлекли к ответственности водителей кортежа в Сайрамском районе. Видеоролик с опасной ездой прислал на редакционный номер программы «Экстренный вызов очевидец». Автор видео сообщил, что инцидент произошел в ночь на 20 июня в селе Аксукент. На кадрах кортеж из машин со светосигнальными приборами перекрывают проезжую часть. Помимо того, что водители авто нарушили правила дорожного движения, пассажиры машин также не остались в стороне. Парни практически по пояс высунулись из окон движущихся машин. Полицейские Туркестанской области нашли всех участников кортежа, чье поведение на дороге возмутило очевидцев. Водителей «Некси», «Лада» и «ВАЗа» привлекли к ответственности по 6 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Общая сумма штрафа превысила 100 тысяч тенге. Машины поместили на штрафстоянку. Полицейские считают, что только по счастливой случайности опасная езда обошлась без трагических последствий.